Понятно. Скажите, а вы уже попадали в такие ситуации? Никак нет. Ну, то есть, получается, это первый раз? Первый раз, конечно. В моем опыте не было такого происшествия. Вы подождали какое-то, ну, количество времени? Ждал. Ну, никто не пришел? Никто, даже там, школьникам я спросил, его товарища. Они сказали, не переживайте, у него все в порядке. И, конечно, это меня не беспокоит. Я побежал за этим ребенком, была остановка. А потом я заметил, он очень агрессивно. Не хочет, чтобы я его следил, дальше контактировал, он не хотел. И я вынужден вернуться в машину, ждал некоторое время, потом бежал. Вот и все, что было. Понятно. Вот единственное, конечно, не очень хорошо, что вы не позвонили в полицию. Согласен. Признаюсь.